Всех приветствую, друзья. Я съездил еще раз в Брауншвайг. В среду в 9 утра выйдет новый фильм. Вот этот замок я вам покажу внутри и снаружи немного. Не все, к сожалению, я смог посмотреть там. Фонтаны вот эти вот до и после войны не видел. Не знаю, может быть, еще увижу. Еще есть желание еще разок съездить. По этому зданию я такого здания не видел, скорее всего, оно просто до сегодняшнего дня не дожило. Подозреваю, что его просто на сегодняшний день нет в таком виде. Оно было после бомбежки. И, к сожалению, еще много зданий покажу, которые я не видел. На этих фотографиях мы видим, что там не одно здание было как собор, а как минимум их три было. Поэтому понимаем, что они, скорее всего, это я вообще не знаю, откуда это, вообще Брауншвайг или нет. Это фотография для сравнения, чтобы вы понимали, какой был вот этот замок и какой он на сегодняшний день. И также я его в среду еще раз покажу. Такого вида, к сожалению, мы на сегодняшний день мы тоже не можем увидеть. Этого просто на сегодняшний день не существует. Я даже не знаю, что это за церковь. Даже не берусь предполагать. Тоже не видел, но это тоже подписано как Брауншвайг. А это точно Брауншвайг. Вот вы видите башни собора, они выглядывают. Вы можете оценивать, насколько пострадали. Потом вот эта башня, в которую я пока до сих пор еще и не попал, поэтому предстоит еще раз, скорее всего, поехать в Брауншвайг. Это на сегодняшний день Ратхаус. Вот она по центру, прям выше всех выглядывает. И сейчас я еще добавлю ролики, тоже не менее интересные. Сейчас мы их посмотрим. Итак, этот ролик, к сожалению, не Creative Commons, поэтому я вот тут сделал все задом наперед, люди в обратную сторону. В принципе, нам посмотреть главное здание. Это как раз я показывал здание, его отреставрировали. Поэтому на сегодняшний день мы можем как бы и по этому фильму оценивать, что тут переделывалось, а что не переделывалось. Там, кстати, мне сообщили, что находится в этом здании музей. Не знаю, съемка разрешена, нет. Вот эта церковь слева, где вот эти вот интересные мраморные фигуры. И вот здание, видите, пролетело. Я его что-то не припомню. Сейчас я сделаю замедленный кадр, и мы еще разок его посмотрим немного внимательнее. Возможно, его тоже снесли, например, хотя это Западная Германия, да, говорят, вот в Восточной Германии все на коммунистов валят. Вот коммунистам было по барабану на архитектуру, и они якобы сносили. Но, похоже, на Западе то же самое все происходило. Вот, например, это Хальберштадт, городок, в котором я проживаю. Тут был вот такой вот шедевр, театр. И его решили вот по каким-то причинам снести. Вот так он снутри выглядел и вот еще раз снаружи. Но на сегодняшний день мы этот шедевр не увидим. Ну и тут мне нежданно повезло, все-таки нашел документальный фильм. Вот послевоенная съемка, после бомбежки. Видео Creative Commons, которое я могу нормально показать. Не опасаясь, что там произойдет что-то нехорошее. Но надо местным показывать будет. Возможно, они какие-то здания из этих знают, узнают, которые дошли на сегодняшний день и которые мы сможем еще раз посмотреть при моем следующем посещении этого города. Разрушений, конечно, немало было. Также вот по тем церквям, которые фотографии я показывал, я предполагаю, что как минимум одной церкви там на сегодняшний день точно не хватает. Потому что по фотографии видно было, что было три больших. На сегодняшний день их всего лишь две. Это вот соборы, которые, где я показывал вот эти вот интересные изделия из мрамора, которые дошли до сегодняшнего дня. И я смог их показать и смог разглядеть. Также могу сказать, что почему красили? Возможно, во время войны красили. Также могли красить для защиты, например. Вот я подошел сразу, и я, например, не понял, что это мрамор. Я мог предположить все, что угодно, но и пока я не увидел, где есть стертое, обтертое, пока не увидел, что это мрамор, я даже не мог подумать, что это мрамор. И там момент был,
где можно было видеть голова закрашенная, что вы не поймете, что это мрамор, а тело уже все остальное видно хорошо, что это мрамор. Поэтому для защиты тоже могли такое делать. Но если для защиты делали, то почему потом эту краску не стерли? То есть она до сегодняшнего дня дошла, и также все замулевано, закрашено наглухо. Поэтому вопросов, как всегда, очень много. Ну вот, такой небольшой фильм. Вот видели собор, в самом конце пролетало. То есть собор практически не пострадал. Хотя на фотографиях вроде показано, он немного больше пострадал. Но опять судить не беремся. Может быть, там уже и подсносили. И тем более я кадры находил, где вот эти вещи, они умышленно разрушали. Чтобы они не обвалились, то есть какие-то вещи даже подрывали специально. Поизучал, в общем-то, неплохо. Интересно мне было. Надеюсь, это вам тоже интересно. На этом так, что ждем следующего выхода ролика. 9 часов утра в среду. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!